Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта Trantas News, и в этом выпуске расскажу вам о презентации заряженной версии Alfa Romeo Giulia GTA. Новинка должна была дебютировать на Женевском автосалоне, но после его отмены Giulia GTA будет представлена в онлайн-формате. Онлайн-презентация экстремального седана от Alfa Romeo состоится уже сегодня, а пока производитель показал лишь тизерное изображение будущего автомобиля. На тизере можно заметить аэродинамические элементы седана, выполненные из углепластика. Речь идет о воздухозаборниках и сплиттере, которые будут сильнее прижимать переднюю ось машины к дороге и эффективнее перенаправлять воздушные потоки. В оснащении Alfa Romeo Giulia GTA будет находиться тот же битурбированный двигатель V6 рабочим объемом 2,9 литра, что и у топовой версии Giulia Quadrifoglio, но его мощность будет форсирована с 520 до 600-630 лошадок. В паре с мотором будет работать 8-скоростная автоматическая коробка передач. По предварительной информации, версии GTA на 20 кг легче стандартного автомобиля, поэтому у новинки есть все шансы вернуть марке Alfa Romeo титул короля Нюрбургринга. У меня пока все, еще больше новостей из мира автомобилей ищите на нашем сайте trantas.news. До скорого!